Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Елена Мирсанова, я парапсихолог. Сейчас мы посмотрим такой вопрос, его намерение насчет вас. Какие же мысли есть у него по поводу вас, какие планы? То есть посмотрим все его намерения насчет вашей особы. Что вам нужно сделать? Как обычно, мы сделаем 5 позиций. То есть вам нужно выбрать одну цифру от 1 до 5. На каждого мужчину можно выбрать, если у вас таковые имеются, разнообразие такое, то можно выбрать отдельную цифру. Итак, что же он намерен делать насчет вас? Какие у него планы на вас? Так, делаем 5 позиций. Смотреть мы будем на картах Кипер. Посмотрим, что нам карты посоветуют. Этот расклад общего характера. То есть он не настроен лично вот на вас. Если вам нужна индивидуальная консультация, то пройдите по ссылкам в описании к этому видео. И можете ознакомиться с условиями моей работы. Условия довольно-таки простые. У меня конкретная сумма консультации только на скайп-консультацию. На остальное же у меня определенных цен нет. Итак, для тех, кто загадал цифру номер 1, какие же намерения по поводу вас? На данный момент намерения довольно-таки хорошие. Даже довольно-таки серьезные в плане семьи, брака, совместного проживания. Единственное только то, что человек бывает довольно-таки неоднороден в своих намерениях. И бывает, что, допустим, сегодня он намерен создать свою семью, на следующий день где-то что-то вы не так немножко сказали по его понятием накосячили, где-то что-то не так сделали, все, он уже может передумать. На третий день он опять, у него опять серьезное намерение. Но в большей части все равно его намерение, весы все-таки перевешивают в плане именно совместной жизни, серьезных вот этих вот намерений именно на семью. Что же вам делать? Конечно, нервотрепки он вам даст еще и довольно-таки много. Поэтому настраивайтесь на это. Если вы будете все переводить, знаете, как больше какую-то шутку, то есть, когда не будете сами воспринимать вот все его вот эти вот всплески какие-то возможные, какие-то эмоции. Порой даже человек такой немножко жестковатый в плане своих поступков. То есть он может сначала наговорить или сделать, а потом только подумать. Поэтому постарайтесь то, что он говорит, вообще даже хорошее или плохое, без разницы, делить пополам. И для себя просто определите, что же вы хотите. Вот конкретный, прям вот, хотите вы быть с этим человеком или нет. Если хотите, то, конечно, придется немножко потерпеть некоторые тут нюансы. Причем не забывайте, если они в быту никуда не денутся. Вот такие его какие-то жестковатые подколы, возможно, какие-то странные такие шутки и, возможно, какие-то вот временами он может забыть о вас, что-то там сделать, и причем при этом не подумать вообще, что же вы, какой вывод вы сделаете из этого. Поэтому вот такой немножко странноватый человек. Но если в крайнем случае, единственное, вот если что-то с вами случится, он обязательно придет к вам на помощь. Вот в этом плане он довольно-таки надежен.
Так что намерения у нее насчет вас довольно-таки серьезные. Так, расклад номер два. Для тех, кто выбрал цифру номер два. Каковы его намерения насчет вас? Так, ну давайте посчитаем для начала, какие чувства он испытывает к вам. Во-первых, вы дарите ему довольно-таки много эмоций, прям вот как из рога изобилия. Вот при виде вас, даже если когда вы ругаетесь, все равно вот эти эмоции ему от вас нужны. Во-вторых, он испытывает к вам определенные чувства, именно вот. Ну, тут вот я не могу пока сказать еще, потому что стадия, скорее всего, только еще начальная. Чувство любви еще не такая вот укоренившаяся, но влюбленность такая довольно-таки большая. Его к вам тянет. Причем самое главное, ему больше всего нравится то, что он испытывает сам к вам. То есть вот эти вот чувства, эти эмоции, даже если он в какое-то во время там ссоры или чего-то, какие он испытывает эмоции, вот он этим, можно сказать, живет. Вот прям страсти бушует в нем самом. Не знаю, он показывает или нет это, но страсти довольно-таки не маленькие. Каковы намерения? Дальнейших прям больших-больших планов он пока еще не строил. Он, можно сказать, наслаждается вот этим вот самим вот этим процессом, что сейчас происходит. Поэтому по этому раскладу нельзя сказать вот дальнейшее будущее. Тут нужно смотреть все-таки конкретно, индивидуально на каждого. Но быть с вами он хочет однозначно. Даже если вы вот, как говорится, миритесь, ссоритесь, ссоритесь, опять миритесь, вы ему вот на данный момент точно нужны, однозначно. Так, расклад номер три для тех, кто выбрал цифру номер три. Его намерение насчет вас. Ну, вот, к сожалению, намерения не серьезные. Знаете, как он для себя даже считает вас некоторым таким подарком, но на время. Но самое интересное тут получается, что он вроде бы и сам всего этого хотел, а потом почему-то, если вы еще не оказались крайней, то в ближайшее время побудете в этой роли. Человек такой вот странноватый. Вот вроде бы ты же сам хотел вот таких этих отношений. Нет, вот получится, что вы не оправдали его надежд, вы отобрали у него его личное время, можно сказать, вы погубили всю его жизнь и так далее и тому подобное. Так что его намерения на вас все-таки они не серьезные, они лишь временные. Как таковых намерений нету. И, в общем-то, если и были, только в самом-самом-самом начале, и то он подсознательно знал, что это ненадолго. Так, расклад номер 4 для тех, кто выбрал цифру номер 4. Каковы его намерения насчет вас? Так, намерения довольно-таки интересные. Во-первых, через вас он рассчитывает поменять свою жизнь, причем поменять довольно-таки кардинально. Эту встречу с вами он ждал довольно-таки давно. Вот знаете, как он считает, что с появлением вас в его жизни тут разницы нету, давно вы вместе или нет. Но, скорее всего, вот встреча-то все-таки была не так давно. Либо вы где-то в будущем расставались, опять снова сошлись. Но, в крайнем случае, у него намерение то, что вот он считает, что то, что вы появились, его жизнь сейчас изменится кардинально, круто, и будет вообще вот все классно. И, в общем-то, есть в этом некоторое зерно. Если, возможно, вы будете такой, знаете, как можно сказать, шеей,
как обычно в семье говорят, что мужчина – это голова, а женщина – шея. Вот в этом плане, если будете, то да, действительно, у мужчины поменяется жизнь кардинально, не только в плане вообще перемены какого-то места жительства, но и в плане даже карьерного роста какого-то, финансов и тому подобное. Так что тут многое зависит от вас. И чем дальше, тем, возможно, будет большее повышение этого мужчины. Но тут самое главное не забыть про саму себя. Иначе, если вы будете давать мужчине слишком много, то есть давать, но забывать о себе, тогда конечный итог может быть увы, плачевным. Как говорится, вы его вытащите. Как говорят в мультфильме, мы его вылизали, там помыли, а он нам фигвамы рисует. Вот. Человек может загордиться, подняться и, как говорится, на вас забить. Но если вы будете, ни в коем случае не будете забывать о себе, тогда вот будет соблюдаться вот этот баланс. Он будет подниматься, и вы будете как бы на его уровне. Не будете опускаться ниже него. Так что тут вполне перспектива довольно-таки хорошая для вас обоих. Так, и расклад номер 5 для тех, кто выбрал цифру номер 5. Его намерение насчет вас. Так, ну, к сожалению, намерения совершенно несерьезные. Знаете, такие вообще временные. К тому же у него, скорее всего, вы такая не одна. Как говорится, как говорят, в каждом порту по жене. Знаете, так вот, поразвлекаться. И причем, самое интересное, он такой человек-охотник, ему самое главное вот достичь, завоевать вас, и потом он спокойно уже отпускает без зазрения какого-то совести и ищет следующую жертву. Поэтому намерений как таковых, кроме как получить свое, а получить, тут знаете, как не только то, что вот секс, допустим, да, а именно вот сам тот факт, что вы в него влюбитесь, что вы будете из-за него страдать. Секс – это не главная цель для него, а именно вот вызвать чувства в вас и этим поднять свою самооценку, причем очень сильно, и, как говорится, идти в следующий порт за новой женщиной, за новой дичью. Так вот, так что тут уже сами решаете, нужно вам это или нет. Либо попробуйте, знаете как, на таком можно, с одной стороны, вот сейчас вы предупреждены, можете сыграть. Хорошо. Как говорится, отомстить за весь женский пол. Попробуйте его именно воспринимать точно так же, от него стараться получить то, что вы хотите, но сами не поддаваться особо. Во-первых, это будет его еще подстегивать, как это вот она вот вообще на меня внимания не обращает, и немножко как бы так на его чувства как раз и поиграть. Ну, конечно, возможно, это нехорошо делать, но вот иногда все-таки можно. Так что намерения не серьезные вообще никак. Так, ну мы рассмотрели сегодня такой вопрос, его намерение насчет вас. Карты дали некоторые советы. Конечно, позиций очень мало, вариантов очень мало. Всего 5. Поэтому приглашаю на индивидуальные консультации. Условия в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока и до новых встреч!